Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть во FNAF World на хардкоре. Друзья, поэтому поставь лайкосик, мне будет очень-очень приятно. Также, если ты впервые подписываешься на канал, скоро будет FNAF 7, надеюсь, блин, когда мы уже разберемся с FNAF World, и я просто тащусь. Серьезно, я не думал, что второй раз я буду проходить, и мне будет нравиться капец игра. Это реально нравится, еще как. Короче, Мангала мы сегодня заменяем на Джей-Джей. Вот, тут мы вторую команду тоже с тобой сейчас какую-нибудь соберем такую. Я Чику, наверное, поставлю, капкейки. Во, вот так вот будет. Все, готово с тобой. Мы отправляемся прямо сейчас. Также я набрал там чипы крутые. И мы сейчас в третьем мире. В общем, здесь нам надо сейчас... Ну, если что, сохранение у нас есть. Давай посмотрим карту. Нам, по идее, надо отправляться в четвертый мир. Водяной. Давай, наверное, как-то мы с тобой вернемся в первый. Накопили мы также немножечко денежек. Так. Также офигенная просто штука, как ты видишь. Давай, unscrew. Не сработало. Это, кстати, штука иногда работает. Я один раз босса... Просто... У него там были, ну, почти фулл хп, и я... И все, его нету. Это просто было супер. Короче, нам надо сейчас идти вот сюда, вот. Да, блин, крыси. Крысики деревянные, блин, крысики. Все, наконец-то я знаю, на что тут же мякать, что делать. Потому что, говорю, в эту игру... Интересно даже сначала просто для себя поиграть, а потом уже, например, записывать. Итак, вот, хпшки, но, к сожалению, нам не хватает. То есть мы можем, по идее, позволить это себе, чтобы хп были... Не, надо обязательно купить за 500 и... Так, стоп, смотри. Так, 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 что у нас тут такое? Что-то я не пойму. Погоди, как нам тут проходить? Потому что я немного забыл. Здесь надо... Какое-то дерево, что ли, упереться? Даже не здесь, а в третьем, по-моему, мире надо упереться в какое-то дерево и пройти. О, что? Я чип нашел? Скоро? Серьезно? Он здесь был? Как? Нифига себе. Так. Пермамент спид буст. Так, у нас также летят, друзья, кометы, сила... Защита. Давай-ка мы резетнем. Попробуем гифтбоксы. Спидбуст. Попробую. И сила. Вдруг что-то будет прям крутое. Мне интересно проверить. Так, я, друзья, забыл, как здесь надо пройти. Ну, офигеть, я чип подобрал. Я даже не думал. Вот еще какая-то вот эта штука интересная. Ну, по-моему, через третий мир надо пробираться будет. Я знаю, что чайку вот эту тоже мы можем, но там будут очень крутые противники, поэтому пока, наверное, даже не буду рыпаться на них. Так, минус один, попперы. Давай, это крутая штука. Что-то мы как-то стали помочь... Ну, слушай, насчет скорости как-то... Не, давай-ка, слушай, защиту. Что-то мне это не нравится. И, кстати, попперы очень слабые. Может, что-то другое тогда взять? Не, слушай, мне это не понравилось, если честно. Скорость это, конечно, хорошо, но... Что-то мне это не понравилось. Так, защита, сила, кометы, скорость, окей. Но я заметил, друзья, что намного быстрее все это стало, да. Так, 50. Эту штуку мы с тобой забираем, но, конечно, на нас нападают какие-то вообще... Так, ну-ка, баллоны, ну-ка. О, баллоны неплохие. Атака. Так, хорошо. Когда видишь, вот я заметил в этой игре, что если ты играешь на обычном уровне сложности, неинтересно. Серьезно, я говорю, реально неинтересно. Но если играешь на хардкоре, вот тут вот игра прям
Интерес дает. Какие сложные противники, блин. Ну-ка, разбирай их, блин. Вперед. Круто то, что у наших трех персонажей сразу есть вот это все. То есть мы можем чисто просто вот эти вот атаки использовать и все. Разборки. Может, как раз скоро будет этот... Новый персонаж. Новый, короче, герой. И друзья. Блин, мне в седьмую хочется уже зайти, но я даже до сих пор не могу. Короче, где-то у нас тут есть это. Так, пробуем. Ну-ка, например, слушай, да, реально, давай попробуем. Ну-ка, что будет? Ну, у него тоже баллоны эти. Ну, а это фигня полная. Ребят, это полная фигня. Так, хорошо. Ну мы что-то, слушай, уже сколько раз попробовали, и на него не действует. То есть вот только сейчас подействовал. Прикинь, как долго. Ну, может, многого я хочу, конечно. Во, новый, новый, новый. Отлично. Ух ты. Витхерит Фокси. Так, давай на него какую-нибудь такую вот фигулинку сделаем. Обязательно посмотрим, что там... Так, на него не работает, он же все-таки... Хотя, как это не работает? По-любому сейчас сработает. Все. Готов. Немножечко XP не помешает, и я хочу посмотреть, конечно. Так. Ага, Rainy Day и Hot Cheese 2. Rainy Day атаку, в общем, вроде как снижает. Хук, Hot Cheese... Не буду брать его. Да, там круто, что... Hot Cheese второе, да, активизировано. Так, нам, по идее, надо как раз туда-то и пройти. Баунсер. Итак, это, конечно, самое тупое, что я мог сделать. Это не влияет на него. Toxic Bite будем сейчас мы с тобой. Поппер здесь, наверное, лучше не надо. Мы его побеждали. В предыдущей серии, друзья, мы этого босса побеждали, поэтому для нас это будет... Да, блин, я все равно это делаю. Вот, все равно делает, смотри. Я как вижу, он скрыл сразу, быстро нажимай. 40-15, ну слушай, неплохо. Вот босса мы с тобой Toxic Bite выбираем здесь. Здесь тоже Toxic Bite можем выбрать. Ну да, вот как-то так и живем, пацаны. Так. Ну нам плевать, у нас есть подарки, которые, как ты видишь... даруют нам вторую жизнь. И это очень круто. Но там мы потом получим специального аниматроника, который чисто будет спавнить эти подарки, и все. И нам будет плевать. Вот, все, мы уперлись в этот камень и теперь должны с тобой идти. Вот, оказывается, вот так вот тут все и работает. Ребята, я просто об этом забыл, естественно, и нам надо куда-то идти. Куда-то погоди. Да, я вижу, там деревце мигает. Вот, еще другой, как ты видишь. Вон нам сюда. Вон. Забоним мы с тобой. И нам сюда вроде как. Не знаю, правильно ли мы вышли, я уже не помню. Я уже не помню, ребят, но там надо было... Да, мы правильно вышли, мы сохраняемся с тобой. Все. И этот чувак... Блин, я даже к нему не подошел. Геррет. Шестеренка крыса. Переводится Геррет. Капец, прикол, конечно. Все, подходим к нему. Он говорит то, что ты молодец. Озеро разблокировал, в общем. Притом какой-то есть еще также секрет, если подойти к нему за... Так, давай вот это вот активизируем мы с тобой. Все, четвертый мир разблокировали мы с тобой. И мы нашли новый чип. Кстати, вот что. Что это такое, я даже не знаю. Короче, уйти, избежать из боя можно... Ну, в общем, удача, в общем, повышена. Повышен шанс, в общем, сбежать. Во, блин. Говорю, как не знаю кто, как босс какой-то. Так, все, мы активировали новый мир. Мы с тобой здесь можем прокатиться, покататься. Вот, там, кстати, вот это самый крутой чип. Самый крутой баллоны давай. Вот эту штуку мы специально делаем лучше.
чтобы у них атака была как-то поменьше все-таки. Спид, точнее. Глум. Вот, вот, вот. Вот это надо применить было. Не сработало. А, крабы, однако, сильные, блин, противники. Вот что, друзья. Хоть мы там их кусаем, 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 блин. Но они еще, слава богу, о, хоть чиз, представляешь, хотели для нас там устроить. Горячий сыр. Я, конечно, обожаю сыр, но, блин, не до такой степени. Так, тут, видишь, не можем мы взять это, к сожалению. Так, и здесь уже в смысле, уже босс! Это же босс, какого фига? Почему он сразу здесь объявился? Что за фигня? Это очень странно, ну ладно. Не, действительно, очень странно. Так, будем пробовать, вдруг шанс у нас будет. Так, быстренько, баллонами его, давай атакуй. Водичкой, смотри, из гидранта нас поливает, блин, как пожарники там тужат, вот он так же пытается делать. Но он, между прочим, еще не один подарок нас. Раз, два, три. А, нет, погоди. Не-не-не, все-таки он сделал там свое делишко. Делишки свои. Вот мне не нравится только одно, что что-то у нашего Джей-Джея какого-то фига попперы очень слабые. Либо на том противнике было как-то. Ну вот сотку вроде как нанесли. Все, теперь мы уже не сможем это делать. Так, ничего, у нас вторая команда есть, если что. 25, блин, наношу. Выигрываем время, ребят, чисто выигрываем время. Давай, 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 ребята, давайте. Блин, не то нажимаю. Я, к сожалению, видишь, иногда хоп-хоп пересираюсь, блин, и другое нажимаю. Вот, токсик байты сейчас у нас пойдут. Будем чисто нажимать токсик байт. Так, у них подарки еще есть, заметь. Ты заметил? Офигеть. Так, все, уже подарков нет. И они еще живут. Я тебе скажу, блин. У нас остался только Фокси. Офигеть, он остался. Офигеть, просто супер. Просто супер, пацаны. Офигеть, 1200 опыта. Левел ап, естественно. А почему одна могилка осталась? Что за фигня? Чего вы его-то не восстановили? Так. Вот куда мы попали. Поэтому босс здесь и появился, естественно. Но нам еще, блин, надо пройти. То эти крысы, блин, мешаются под ногами. Вот это вот... Тихо-тихо-тихо. Вот сюда вот, если мы с тобой пройдем, давай посмотрим, что у нас здесь. О, это офигенная штука. Я думаю, надо подкопить. Надо подкопить. Давай не хилки или хилку лучше. Я вот не знаю, что лучше. Не, лучше. Тут, короче, 4 эти штуки. Надо отключить. А, тут мы вообще нигде не пройдем, но здесь есть маленький прикол. Если мы сейчас в цирке этом будем ходить, на нас будут нападать вот эти вот штуки. И... как я знаю, ребята, крутые, очень крутые аниматроники могут нам попасться. Но проблема в том, что попробую уничтожить, потому что эти штуки, они очень крутые. Вот эти вот. Мы, конечно, попробуем их разобрать. Может, разборка? И офигеть, просто посмотри. Да, разборка, их можно, по идее, валить. Но посмотри, они очень быстро нас накрыли. Заметил, да? Так. Ой-ой-ой, ребята, они еще и сноуболы какие-то там, блин. Офигеть, мы проиграли, прикинь, мы проиграли этот бой. Все, гейм-овер, видишь, как получилось. То есть самые крутые бойцы чуть ли не за 10 секунд слились. Ну а вторые, естественно, что от них ожидать. Но можно попробовать именно разборкой позаниматься. И да ё-моё, ребята, уходите отсюда, блин. Ну то мы с тобой токен один получили. Ура! Так, 50 токенов, окей. Там у нас, конечно, есть защита. Четвертый мир, блин, а пятый мир, он, видимо, не появился, что ли? Блин, потому что я же сохранился. Но он, видимо, не там появляется. Он
как ты должен... Не, это же не пятый мир, это вообще, по-моему, седьмой или восьмой. Какой, блин? Так, давай разбираем их потихоньку. Офигеть, просто что творится. Скорость, конечно, бы неплохо было бы. Видишь, что делать, засранцы. Не хочет разборкой заниматься. Но я попытаюсь еще раз. Nope. Это вообще не боссы. Это вообще полная билиберда. Что это такое, блин? Все, мы разобрали их. Вот, ну, попробуем и тех разобрать. Это должно получиться. Попробуем, ребят. Если, конечно, не сможем, но... Тут вот есть пятый мир, ребят. Где-то вот тут там ключ, свинья. С ключом. А тут, блин, опять крабовые... Краб Apple. И крабовые... Да, блин. Так, ребят, давайте пробуем их разобрать. Есть, получилось. Вот мне то же самое надо, только стартами. То же самое сделать. Вот видишь, как-то получается. Ну, там какой-то шанс такой. Может повезти, а может и нет. Вот, раз. Шикарно. Только, ребят, ну, не то. Так. Молодцы. Сохраняемся. Можно, не знаю, тусовать до той степени, когда у нас будет... то есть нам... Нельзя, вот это да. Блин, а что же тут надо сделать? Я, друзья, просто забыл. Честно, я уже забыл. Поэтому... Все, готово. Офигеть, видишь? Вообще хорошо стало. Сейчас у нас хотя бы... Ну давайте, где там левелап-то? Наш любимый. Так, давай исследуем это все. Ну, я понял, что там где-то боссу. Блин, Сиагун. То есть это как бы... Фиг его знает, босс не босс, потому что он что-то объявляется. Все? Это не босс. Значит, это не босс. Фиг там плавал, это не босс. Или босс. Не, он, по идее, вот здесь же появляется, поэтому... Как-то считается вроде как. Так, ребята, вы давайте уже не путайте берега. Мы уже давно от вас, так сказать, должны были отделаться. Давайте, умирайте и все, и мы пойдем. Вот микрофоном тебе по башке. Это быстрая атака, поэтому я сразу ее могу тут нажимать. Так, пойдем купим сначала вот эту штуку. Во, так вот пусть будет. Кометы плюс это прям должно хорошо быть. Так, давай подумаем, погоди, я просто уже не помню. Вот, тут можно вот так вот было пройти, оказывается. Угу. И давай немного походим. Я не знаю, конечно, как получится. Блин. Во. Сразу он скрюл нажимаем. Пробуем, ребята. Видишь, они сразу там, я не знаю... Вот, минус один. Ну. Оп. Давайте, ребят. Красавчики, просто. И смотри, сколько экспы, сколько токенов нам дают. Офигеть, да? Неплохо, сохраняемся, ребята. То есть, по идее, тут можно так хорошо подфармить. Я вот, ребята, честно забыл, куда дальше идти. То есть мы четвертый мир-то открыли. То есть там что-то надо... Во. Один, это полная фигня. Но это хорошо. Это хорошо, что один... Вот, все, мы его разобрали. И смотри, сколько, офигеть, нам сколько дают. Погоди, если здесь побродить, по-моему, здесь кто-то будет. Какой-то аниматроник. Надо нам побродить. Надо походить, побродить, походить, камон. Мы же сейчас можем просто на самого крутого накопить, так и все. Сколько самый крутой стоит? 1500, блин, че ж я просрал-то 500 этих, блин. А я не знал, что я так быстро здесь могу накопить. Ребята, я просто этого не знал. Вон, видишь, они как сразу раз появляются.
Офигеть, видишь как? Ой, хорошо, что мы набрали столько героев. Но проблема в том, что будут новые аниматроники. У них же не будет... Не, у некоторых есть разборка вторая, и это вообще капец. Все, забрали, круто, 54 токена. Ну... Так, есть. Вот, новый челлендж. Во-во-во-во-во-во, офигеть. Плюс штраф, смотри, засранец маленький. Все, мы его сразу уничтожили. Но у него, по-моему, не очень. Блин, почему он-то выпал, а? Засранчик, а какой. Так, а если я тут нажму, по-моему, я окажусь... Блин, я сейчас окажусь, наверное, в жопке, да? Нет. Тогда нормально. У него бэт плохая пицца, токсик байт. Но, ребята, мне нужно разборку, поэтому я спрингтрап, плюштрап. Поэтому пока нет. 299. Смотри, как мы быстро. Мы просто офигеть, как быстро копим. Я не думал об этом. Ребят, честно, я забыл. Я забыл, как дальше, что надо сделать. Надо как-то активировать эти лучи. Вот, вот это сейчас очень сложная битва будет. Поэтому пожелайте мне удачи. Удачи в этом бою. О, офигеть, мы их разбираем. Офигеть просто. На изи, просто офигеть, 81 токен, прикинь. Супер, просто супер. Я хочу какого-нибудь другого получить сейчас. Мы уже 380 заполучили. Офигеть, мы реально можем сейчас крутую тарелку купить. Так. Надо там какой-то телепорт, что ли, и могилка. Вот я сейчас... Там нужно, наверное, какой-то этот... Найти. Блин, как же он называется? Так, ну давай. Кстати, заметь, надо, видимо, вот так вот быстро нажимать, чтобы на нас нападали. То есть вот такой вот фарм, что ли? Во, раз. Все, но эти друзья... Слушай, побольше нам бы торты уже. Я не знаю, я только сейчас, блин, понимаю то, что лучше бы на нас постоянно тортики эти нападали. Было бы очень-очень хорошо. Так, и может мы еще какого-нибудь героя активизируем. То есть, блин, это просто супер. Вот, смотри, Виртуа Фредди, офигеть. Кто это вообще? Надо, наверное, так по два раза делать и будет. Но мне кажется, там зависит от времени. Потому что, блин, это же не очень круто. Можем вот так вот делать, я не знаю. Долбиться в стенку, блин. Ну-ка, давай, долбись. Нет, тут по времени сделано специально, наверное. В плане не то, что фарм, да, как бы это-то не жалко, я думаю. Просто... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, балбой. А, ну они быстро собирают, что же, блин, засранцы эти. Да, ну так-то он крутой. Смотри, сколько мы наносим урона, и он все равно как бы на ногах стоит. Блин, офигеть, смотри, он прям реально на ногах. Уже у нас подарки, все. Все, наконец-то, сработало, друзья. Так, токены мы с тобой тоже получаем. Давай. XP, кстати, много вообще дают. Круто. Но, как я знаю, есть кошмарная здесь эта штука, но я не пойду. Это читерная локация. Я знаю, что там Джек оф Чику можно... О, тут вот так вот можно. Ну-ка, давай-ка, 4 доджфайтера. Ой-ой-ой, нифига себе они. Смотри-ка, неплохо, ребята, неплохо, блин. Вот это немножечко уже напрягающе. Я тебе скажу, но мы, слава богу, от них быстро избавляемся. У нас еще подарки впереди, а так бы они нас быстро рубанули бы, смотри-ка. Вон, смотри, что делают. Опа, нифига себе, нифига. Ни хрена себе. Давай, разборкой. Ну уже, блин. Офигеть, чувак, давай, пробуй. Че он так долго делает? Я не понимаю. Камон. Офигеть. Вот это тяжело было сейчас. Капец какой-то.
цирк, вот тебе и цирк, блин. 547, ну то есть мы быстро можем. Ну. Сейчас. Давай еще одного какого-нибудь аниматроника и пойдем дальше. Я думаю, надо идти дальше, ребята. Чтобы прям здесь не вечность находиться. Понимаю, конечно, это крутая локация. Здесь, по идее, должны на голову выше находиться. Матроники. И мне больше всего нравятся деньги. Деньги здесь. Деньги, деньги, дреби, деньги. 600. Сколько мы уже здесь находимся? 25. Ой, ну будем сейчас вот, получим сейчас кого-нибудь. И, я думаю, стоит пойти уже. 600. Давайте кушать. Блин, да сейчас бы похавать. Хороший бы такой аниматроник был бы, если бы покушать сразу. Раз-раз-раз навалил бы. Чего-нибудь вкусненького бы. Там пиццу. Пиццерия же все-таки, блин. Давайте. Ну, я же... Ну, а, все. Ну, блин, один. Да чё ты прикалываешься, что ли? Отделился, так сказать, от стаи. Засранец. Перелетных доджфайтеров. Догфайтер. Все, готов. 24 всего, видишь? Не, лучше было побольше этих, блин. Ну, где тортики? Тортики уже давно должны были быть. Они почему-то мне не дают, не выдают мне. Все зависит как-то от этого. А если чисто упереться... Да, кстати, это работает, смотри, это работает. То есть чисто просто упираемся в стенку и все. Так, от первого избавились. Но иногда, знаешь, быстрая, так сказать, смерть врагов может означать лишь одно, что очень долго будет битва. Такое бывает, кстати, ребят. Я это замечал, но не в этом случае, хорошо. Вон, смотри, сколько в него прям летит. Вот если бы мы не разборкой занимались, то бы вообще... То... Я не знаю, мы бы, наверное, миллион лет бы их пытались. Вон, смотри, вон, подарки все сняли, прикинь? Вот эти вот засранцы. Когда там уже новый уровень? Так, давай вот так вот. Пробуем пытаться. Один. Все, быстро, быстро, молниеносно. Тридцатка наша. В принципе, вот это даже стандартное УФО. И то нормальное, я заметил. Вот мы с тобой сколько вот уже. Офигеть, они нападают. Сколько, блин, этих засранцев, офигеть. Блин. Вот тортик. Мерингуе. Блин, вроде выглядит как вкусный торт, на деле он какая хрень. Ну, смотри, прям сколько в него, и кометы летят, и оса стреляют, и смотри, ничего не происходит. Очень сильный тортик. Нашпигованный сейчас будет вообще всем, и харчками, и слюнями, и тумаками. Кому же он нужен-то, этот блин, 739. Зажми таб, чтобы смотреть. И вот я вот смотрю и что-то вот не пойму, друзья, куда ж нам. Ладно, это мы разберемся, друзья, в следующей серии, как бы, это ничего страшного. Я сейчас просто хочу выбить еще одного хотя бы аниматроника. Или, друзья, погоди, или нам надо... Я просто вот насчет этого не знаю. Либо просто ходить и собирать аниматроников, либо надо... Либо, друзья, надо как-то с новыми, что ли, аниматрониками, чтобы уровень как-то повышался. Вот мне интересно, я не знаю насчет этой темы. Так, ну, кто же у нас тут? Вот, опять один. Да блин, ну почему один-то, блин, один? Вон, они быстро умирают. И что, нам по 22 токена? Это я миллион лет буду. Вот левелапка, да, произошла. Может, это надо чуть-чуть другую локацию сменить. Вот фиг его просышь. Давай, тогда еще два боя, да? И все. И все. Я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это тяжело будет. Тяжело, 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 блин. Если будут еще два боя, между прочим, потому что фиг его знает. Тут вон какая жопа происходит. Блин, три мальчика. Да тут один-то, блин, и так уже. Сколько он нам тут несет. О, нифига себе, нам повезло. Нам чисто повезло, ребята. Отлично, 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 отлично. Увидели, да? О, как. Блин, сейчас, блин, еле как. Офигеть, ну вот я так и думал, что то же самое сейчас и будет.
Е, камон, я прям так и думал, что сейчас... О, XP, дофига, левел ап, е. Ну а Фреддик, блин, чё? Фреддика ты чё, блин, отделили? Ну ещё один бой давай. Ну такое вот бывает, видишь? Неплохо. Но мы, слава богу, можем за себя постоять, хоть и тяжело. Блин, жалко. Не, у нас, наверное, не будет. Надо как-то придумать, посмотреть, блин. Книги почитать, блин, что-то. Ну ладно, еще один бой, так уж и быть. Так уж и быть, ребята, блин. Не, прикинь, если всего лишь... Вот именно в этом куске карты, да, мы же не во всей локации сейчас, мы же не можем дальше пройти. То есть вот это маленький, вот этот вот циркус. Надо на другую чуть подальше пройти, и только тогда у нас будут новые активизироваться герои, прикинь? Если это вот так работает. Давай, 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 давай. Я типа тут, блин, хочу получить. Ну давай, пати, сейчас нажму я. Резиднем. Вместо на вот этого нашего возьмем вот этого. Ну вдруг так должно работать, я не знаю, вдруг... Попробуем. А, вы должны вторую команду набрать. Давай, наберем. Марионеточка. Так, сохранить. Сейчас протестируем. Бэтпиццу, наверное, кинем. Или Токсик Байт. Не, бэтпиццу, плохую пиццу. Там здоровенный, вот, смотри. Короче, что у нас получается. А, ну, мы можем сразу разборками тут. Вот, плохая пицца, вот такая вот здоровенная. Ну, блин, я бы... Это очень хорошая пицца. Очень хорошая пицца. Офигеть. Ты видел, сколько она нанесла? Последний бой. Ладно. Блин, я не знаю. Мы, кстати, практически накопили. Ладно, в следующей серии я обязательно X4 вот это вот куплю. Может, даже подкоплю немножечко денежек. Вот. Отлично. Фига себе, пицца, блин. Офигеть. 600-ку нанесла просто ни с того, ни с сего. Офигеть. Да уж, вот тебе и прикол. Офигеть просто. Даже, по-моему, без разборки. Не, ну, по-моему, разборка была. Так, левел ап и... Ну, давай, пожалуйста, пожалуйста. Ну, новый. Хрен там. Ну, ладно, друзья, ничего страшного. На этом все. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Бай-бай, дорогие братишки.